Я сижу в палатке, даже слегка закрылась, чтобы не было холодно. Бабушка, Алиса и Костя там плавают. Вот, а мне что, плавать не хочется. Я так шум моря сижу, слушаю. Правда, музыка немного мешает сзади. Алиса самостоятельно уплыла куда от папы с бабушкой. У меня настроение немного так себе, потому что ну, вот эти перебои достали. С ними так тяжело жить. И сделать ничего не сделаешь, ничего не помогает. Ох, Лиса у нас с папой заплыла и ныряет. Лазит на доску и с нее ныряет, я смотрю. Смотрите, что делает. Между прочим, здесь, где волн меньше, это делать легче, чем на Гаве. Алис, молодец! 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 Класс, Алис, ты умничка! Класс! Ты кого выглядываешь? Ты выглядываешь, в какую сторону нырнуть? Ты капитан? Вот так тут спокойненько. Аж до меня долетели брызги. Ну что, бабушка, в Черкассы хочется? О, у тебя губы фиолетовые, холодно. Да, вода прохладная, или это от ветра? Прохладно. Она стала прохладнее. Она стала прохладнее. Надо срочно в аквапарк, бо ребенку обещали, что... В аквапарке вообще вода холодная. Я же говорю, мы ж по холоду туда уже потом не пойдем. Нет, там чуть больше будет потеплее. Так, сегодня 34 мы ехали, показывал. Машина. Нет, она снаружи показывает. Она снаружи. После машины. Машина раскаленная на солнце. Конечно, там будет 34. Бабушка, тебе досточку передали. Нельзя? Из-за радиации? Из-за угрозы? А если 8 лет стрелять будут? Ну это капец. Ого, как ты нырнула долго! Классно! Цепляйся за папу! Ха-ха-ха, погнала! Хитрулька! Вот
крутые поклоны. Пойдем в палатку греться? Нет. Нет. Лизка делает фонтанчики. С кем-то там подружилась, дала одну брызгалку им, вторую взяла себе. И играются. А Костя уплыл куда-то, по-моему, аж за камни. Алиса маленькой-маленькой девочке дала брызгалку. Взяла девочку за руку и повела. Вот так Алиса с детьми знакомится. Даже не разговаривает на одном языке. А все, что угодно, может объяснить. А она девочке предлагает вместе папу забрызгать. Костя говорит, вот бы в таких отелях селили, прямо на берегу моря. Я говорю, ага. Разогнался. Это черный юмор. Спасибо стране, что это ну, понятно, что он в шутку это говорит. А то некоторые извратят, скажут, им все мало. Хватает таких людей, да. Иди, пусти Алиски. О, Костя, наш там, блин, без жилета. Пока Костя надувал пингвина, Алиса заплыла со своим кругом уже глубоко. И без жилета. Жопа малая. В лесу я, наверное, есть жилет. Потому что мне это все не нравится. Так, они там играют. Опасно. Мне так понравилась та собака, что она впервые так далеко вообще отбегает. Ой, осторожнее. Осторожнее. Она тут притусовалась. Привет. Ну на фоне. Она же, кстати, стала лаять намного меньше. Уже потихоньку получается. Ну убегать стала дальше, смелее стала.
очень много собак. Кость, надень, пожалуйста. Али, давай жилетку. Алис, надень жилетик, Алис. Алис, надень жилетик. Его подкачать надо, кажется, его продуло твое. Да, может быть, он у нас там лежал на полу. Мира могла проткнуть. Пингвин уплыл тем временем под испанскую музычку. Пингвин опять уплывает. Костя закинул пингвина. Пингвинам можно весело кидаться, лишь бы не по голове. Я вернулась в палатку. Смотрю, как играет Алиса далеко от Кости и рада, что все-таки отнесла ей жилет. Бо заплывает очень далеко за девочкой. О, все, Костя переоделся. Алис, иди помогай! У вас все равно куча вещей, даже несмотря на тележку. Вот эти две я несу, доску Алиса понесет. Иди помогай, досочку бери. Все, идем, говори бай-бай. Бай-бай! Все, помощница. А теперь ждать, пока Костя машину привезет. Так, все, едем уже обратно. Кость, а в магазин еще раз можем заехать? Я Кате суши куплю. Можем. Надо только ей позвонить, ужинала она уже или нет. Наверное. Или сюрприз сделать. Как думаешь? Если бы у меня холодильник работал, то можно было бы все. А ничего не работает? Нет, она сказала мне. И поставили неработающий. Сначала у них вообще не было в номере. Может, он в розетку не включен? Это может быть. Все может быть. Прикольно будет, если так. Все-таки я решила сделать сюрприз. Зайду сейчас в магазин, куплю суши. Забегу. Ой, я думала, это уже магазин, а мы еще не доехали. Если что, то бабушке в холодильник или нам в холодильник. Ну, бабушке больше поместится в холодильнике, потому что у нас все-таки один на троих. На меня, Костю и Алиску. И там вечно ее йогурты занимают пол холодильника. Вот такие вот я купила Кате суши. Хотела один сет взять, но там не было вот таких с красной рыбкой. Она очень любит. Ну, когда рыбка сверху. И Алиске новый арбуз купила. Блин, вот это 2 евро, вот этот кусочек арбуза. Капец. Но тот арбуз ее, короче, какой-то плохой оказался. Мы его на пляже открыли, а он какой-то скользкий. Я боялась, что она отравится. А вот этот вроде бы так пощупала, вроде нормальный.
Так что так вот, едем домой. Все. Мы, кстати, на стоянке внизу этого магазина. Ее бабушка открыла. Магазин, машина выезжала вот там. Ну да, да. Нас повело платными дорогами. Блин, 7 евро вперед, когда ехали, пришлось заплатить за платную дорогу. И 7 евро, когда назад ехали. Это капец. Помимо бензина, еще аж 14 евро, считайте, забрали за вот эти платные дороги. И Костя говорит, на карте они вообще не обозначались, но он не видел, что они там есть. А я, слушай, вот так вот везу, охлаждаю. Обдув включен, и я, чтобы там как-то попрохладнее было, потому что ехать аж 50 минут очень долго. И чтобы они не испортились. Ну, они не испортятся за 50 минут, но чтобы не нагрелись. Проезжаем кучу туннелей. Длинных. Здесь просто, такие... Просто прикол, что за ними. Да. Там... Здесь такие горы большие. Красивый вид. Заплатили за красивый вид, считайте. Костя прикол рассказал мне. Мы там на пляже в воде уже. Ну, вернее, не мы, а Костя с Алисой. Я сидела в палатке. Они встретили женщину с двумя детьми. Двух женщин с двумя детьми. И Костя что-то с ней болтал. Я уже вылезла из палатки, ревновать уже начала. Думаю, что это такое? Познакомился уже там с кем-то. Разговаривает. Но я думала, он там тренируется, упражняется в английском, может быть. Или в испанском. Сначала думала. А потом думаю, нет, что-то не то. И кроме того, мне не понравилось, что Алиса уже очень долго в воде сидела. Она уже замерзла по-любому. Ну и я, короче, полезла в воду, прихожу. А Костя мне говорит, о, Лена, знакомься, люди со Львова. Ну, мы начали на украинском языке разговаривать. Во Львове преимущественно украинский язык. Я им говорю, что мы с Черкас, мы в Черкасах звикли, кажу, на російський розмовляти, но... А вони кажуть, вже треба переходити на українську, вже пора. От. А зараз ми їхали, Костя розказав прикол. Розкажеш ще раз? Так не гудіт. Спочатку к ним Аліса підплила, к дітям, гратися в місті. А женщина, мама їх не спрашує, ну, думала, іностранка якась. Ту спекіндриш, Аліса мовчить. Парливу франце, Аліса мовчить, потім заговорив, о, то ти по-русски розговариваєш. Ну да, так же, як і ми. Коли Аліса к дітям підходить, вона вже жестами общається, там вона не ожидає, що хтось буде на да, нашому. Привикла, що тут да. Іспанці остаться. Вона сьогодні з двома мальчиками гуляла, один такий світленький, кучерявенький, світленький, з голубими-голубими глазами мальчик. А второй в воде плавал. Я думала, что тот, который в воде плавал, ну, ему так по виду думала, ну, может, 4,5. А этому думала 3 года. Оказалось, что малышу 4, а тому, который в воде плавал, мальчику вообще 6. Даже старше Алисы на год. Вот. Ну, это не играли. Они кидали друг другу мяч, Алиса их йогуртами угостила. И я тоже спросила, откуда они. Мы на английском общались. Я спросила, откуда они. Она сказала, что они из Нидерландов. Так что мы, в общем, общаемся с людьми здесь вообще с разных уголков мира. И даже вот со Львова они не в статусе временной защиты, они не беженцы, они просто сказали, мы поехали попутешествовать. Просто, говорит, захотели, сели и поехали попутешествовать. Вот, с Львовом. А с кем мы еще общались? С австралийцами мы общались, ну, с американцами, понятно. А с кем еще? Теперь вот с Нидерланд, с людьми. Откуда еще были люди? С Новой Зеландии были те, которые раньше жили в Новой Зеландии и сюда переехали, правда. В общем, интересно, конечно, да. Но вот помнишь, мальчик Ноя приглашал на день рождения Алису? И его дедушка и говорил, что Испания интересна тем, что здесь очень много разных национальностей, очень много. То есть, говорит, реально дети осваивают разные языки. Уже доезжаем. Звонила Катя, ее спросила, говорю, ты на ужин ходила? Она говорит, нет. Я говорю, ну и не иди. Я тебе говорю, кое-что вкусненькое везу. Она усмехнулась, сказала спасибо. Вот нам еще 7 минуток ехать. Вроде устала. Да, такая была злая, только что Мира. Взяла фотик, думаю, подснимаю вам, какая злючка. А она уже выдохлась.
задирается. Жлюковка. Да есть не поиграть. Мирюська. Она на подоле была. О, ты со мной не хочешь? Пузя. Пузя. Мизинец укусила. Злая такая. Чук. Жлюкалька, все, попалась. А так это ее когда берешь, тогда она перестает кусаться. Но все равно, если поднести руку, все равно не успокаивается. Ой-ой-ой. Пантера. Разозлилась. Ну, это не чересчур. А вот это не чересчур. Не знаю, не чувствую. Прыжок. Давай уже перемирие, а? Мир. Все, пальца нет одни. Не надоедает же ей? Конечно, пока мы на море были, скучала здесь, да? Ну да. Мира, учись у тети Махи. Тетя Маха, вон, нормальная кошка. Лежит себе, отдыхает. Подошла, тетя поздоровалась. Тетя Маха когда-то такая же была. Не помню. Годы берут свои. Что-то не помню, чтобы она так нападала. Игривая, может, и была, но же прям вот так нападала, не помню. Да все они так нападали. И батон да. Так нападал. Ну, батон, да. Катя говорит, что второй батон. Ты для нее аттракцион. Видишь, катается, лапами зацепилась. А ты ее боишься? Нет. А что ты так руку прям забираешь и забираешь? Чтобы она стремилась ее покусать. Что ж, не дама грязи? Ну так да. Так неинтересно ни руки, ни ей. А ей интересно. Наоборот, неинтересно, когда она не может поймать добычу. Пытается. И не может. Все? Устала? Ой, ушко задралось. Та ушко дай поправлю, Мира. Ай. Ушко. Покажи, как ты прыгаешь. Алиса попросила снять для мамы, как она прыгает. Иха! Папа, это, папа, это трамплин. На папу зал. Да.
Que sí, que yo hablo también con ucraniano. Pues habla.